Всем привет, идем на сходку Hot Wheels. Вот сейчас немножко ветрено. Вот он проходит у нас в ретро музее автомобилей. Сейчас зайдем, посмотрим, вам все покажу, расскажу, что там находится, что есть, что интересно у нас предлагают на сходках. Но я в основном пока бы по кастому. Интересно будет посмотреть всякие детали. Погнали. Ну вот он в таком месте интересно находится. Есть такие вот интересные экземпляры. Здесь 200 рублей заплатил. Можно посмотреть интересные машинки выставленные. Например, Citroen DS. Такой желтенький интересный. Покажу. Вот такой заниженный москвич присутствует. С правой стороны американцы. Сейчас вам интересно покажу мустанга. Кому это очень интересно, такие модели. Там у нас фотка, чуть попозже я подойду. Старенький фордик. Как он? На оценочку. Ставьте лайки, подписываемся, также пишем комментарии. Вот Линкольн. Так у меня это и Майкла Джексона. А, это от Вилса. Ну, не купер от тебя. Не парень. Ну, тут в основном все современное. Ну что, Бэхи. Там Мерседеса. Интересненький экземпляр Юнити. Интересно, что я скажу, что это Юнит. Маленький Якошин там, Марк 2. Также дальше. Грузовичок. Разик на все. Я просто. Так, поделал. Здесь шевроли такие стоят. Здесь, блин, такой интерес тоже. Садись. Типа в стиле фермера. Лазит у нас кодер здесь. Что интересно из Хилсон, из Кастро всякого. Ну ладно, мне без разницы. У меня с собой много чего, но оно уже не.
каждому рассказывал, да. Он там красил кастами. Колеса отпечатать не успел. Оставил заводские крутящиеся. В итоге он просто секунду после того, как я его поставил, скатился. Упал, краска со всех сторон поскалась, поэтому я сделал. Потому что я делал с этого Датсуна копию того, что у меня на толстовке изображение. А, слива? Не успел только фендеры в черных тюрьмах. Шуки в окрестности. Тут только перекрас. Вот с обвесами я как бы не особо. У него ломбаргин. Есть такой весон в ломбаргин. Да, вот где-то надо его найти. Ты забрал, да, уже? А, вот, да. Пожалуйста. Не за что. Вот есть, пожалуйста. Ты положи свои колеса, мы скажем, по 150, а было 30. За много-много лет ему стало плохо, потому что ты... Сейчас вот я хочу найти, а мне даже, может, ты уже нашел, я уже не помню. Думаю, транспорт. Он, наверное, еще из первого микса получается. Кого ты купил? Вот такой пол здесь только у меня, скорее всего, был. А мерс вот здесь вот исчез. Ну что? Ну как так получилось? А всякие кошечки, пожалуйста, давай. Чем отличается? Я продавец. Не даже гадать надо. Мне выставили ценник просто. Что-то отвалилось. Блин, что-то. Нам нужно прокачать наш стол. Если тебе надо что-то приклеить. Ага. Так, это есть. Интересная модель. Пойдем здесь? Ну, как вам? Есть такой даже хаммер. Кадр не влазит, правда. Вот в таком интересном музее в Реалитета проходит у ребят тут сходка. Народу очень много, кстати. Это еще музей, еще потихонечку народ собирается, здесь столики распадывают. Если еще немножко побуду, я скажу себе поеду, потому что ну, тут ничего не так для меня. Пока остановок. То есть основная все продажа, обмен. Так, ну что? Я положу это варианты колесика. По одному на себя комплект. Прикупился мне колеса, багажничек и... Тебе туда крашеные положить? Че? Крашеные сюда простые положить. Вы можете их парней найти на ВКонтакте. Название Миндран. Правильно звал? Ну, типа того. Мы дрянь, дрянь какая-то. Вот, и что я ссылочку парней оставлю, у них можете будет заказать. Если есть также у вас проекты какие-нибудь, 3D-модели, то они тоже могут распечатать и все отправить по почте. Ну, парни. Вот такой вот можно вариант вам, если хотите распечатывать. Ну, уже по цене сами договоритесь. Это листочек, ребят. Можете купить разных моделей. Ну, в общем, сейчас на фоне этих моделей машины я вам расскажу, что здесь происходит. Ну, в общем, подведу итог.
Значит, я купил себе пару деталей для Audi A6, которые будут после фокуса. К сожалению, то, что я хотел по кастому взять колеса АСТХ, задний, передний, от всяких классиков, мускулкаров. Но, к сожалению, их не было. Дать либо я какой-то приехал рано, либо здесь такого особо много кастомовского не продают. Вот. Кому интересно, обязательно, ребят, кто любит сходок, приезжайте, приходите, продавайте, обменивайте, чуваку, общайтесь, люди интересные. Вот. Ну, не забываем также подписываться, писать комментарии. И всего доброго, увидимся скоро. Пока.